И всем привет, вы на канале Ведро Ид Гейминг, меня зовут Александр, и сегодня мы продолжаем играть в топовые корабли Modern Warships, а плавать будем на уникальном FGS F-124, который можно получить с небольшим шансом в ивентовой рулетке, либо гарантированно за 1200 прокрутов. И мне уже начали хвастаться люди этим фрегатом, одному парню он упал на 8-й прокрут, просто жесть, сам я на основе только вот этот вот греник выбил, но до конца ивента еще время есть, так что будем дерзать. Чё по кораблю? Прочность 400 тысяч, скорость 27 узлов, вооружение перед глазами, у корабля много залоченных легендарных слотов, также радуют 4 слота торпед и мощнейшее ПВО, 11 штук, как блин навики. В общем, кораблик интересный, на нем мы сегодня будем плавать по традиции в каноничной сборке. Моя сборка от Ведерка будет доступна чуть позже на бусте, ссылка есть в описании. Также на бусте на следующей неделе планирую жестко ворваться адмиралом Ведровым пути новичка на новый режим, так что не пропустите. Ну а чтобы вы бы поставили на этот кор, обязательно пишите в комментарии, хэштеги писать уже не надо. Поехали! Итак, первая каточка, давайте смотрим состав. Все живые, очень замечательно. Есть даже Ульяновск на авианосце, просто супер. Хорошо, вертолет пока не выпускаем, потому что против нас есть подводная лодка. Возможно, он нам пригодится. Хотя у нас 4 торпеды. Ты чё стреляешь по мне, парень? Это кто такой сейчас был дерзкий? Ты? Залоченная пушка, тоже обязательно посмотрим, как она стреляет. Вот как раз по нему. Тра-та-та-та-та. Красота просто полная. Есть самолеты. Захвата по самолетам нет. Очень жалко. Но ничего страшного. Первая цель есть. Дерзкий как раз таки. Подожди, дерзкий. Ну ладно, пусть будет дерзкий. Почему бы нет? Мне опять везет. Дыцк. Пол лица снесли. Одним выстрелом. Ловухи пустил, но ему это уже не поможет. Хорошо. Ну давайте отсюда будем заходить. По скорости что? 25 узлов. Это, конечно, не Аргонас. Но погонять можно, в принципе, да. О, пацаны все прячутся. Подождите, дайте мне... Нет, не дали мне дерзкого. Хорошо. Что-то прям танкую, танкую прям. Так, а Шигара? Я еще, знаете, что хочу посмотреть? Как греник мой уникальный стреляет. Уйдем от торпед, ракет точнее. Ушли по-пацански опять, да? Аргонас меня не отпускает. Так, греник сзади, да, у меня стоит или спереди? Я не знаю, первый раз еду на этом корабле. Кто-то сбоку меня стреляет. Ну, такие обычные какие-то гранатометы. 42 тысячи обычные гранатометы, ёпрасоте. Так, ловушечки пока выпустим, хорошо. А у нас ракеты спамящие, так что можно еще покидаться. И спрятались. Динамика вообще шикарная. Я как на луне себя чувствую, правда, об скалы бьюсь. Блин, стрельнул зря. Ловухи выпустил. Бывает, парень. Холли-бот. Лодка-бот, типа, святая. Опять мы спрятались. Какой шикарный фрегат, слушайте. Я об скалы, конечно, бьюсь, но кайчусь. Из последних сил. Не убили. Хорошо. Есть Ашигарыч. Не догонит. Заметили, в нас еще ни одна ракета не прилетела. Потому что ПВОхи очень жесткие. Ну, такой очень странный бой, потому что карта странная. Я не умею на ней играть, на самом деле. Ну, пойдемте танканем. Потому что противники нас обходят. Вон там еще есть парень. Ну, я вот здесь хочу пострадать. Прямо Шигара. Плотный бой давайте. Торпеды против торпед. Я еще вертолет вызову. Полное погружение. Давайте танкуем. Как на басистом. Ракеты все мимо. Ну ничего, бывает. Так, тараниться, естественно, я не хочу. Мы хотим пострелять. Стрелять лучше. Ловухи. А, мы не в соло стреляемся. Печально. Но забрали. Хорошо. Есть еще один господин Ульяновск. Торпедки у нас быстрые. Дойдут до цели. Ловухи минус. Стреляй быстрее с ракет. Ну, давайте посмотрим, как мы будем справляться с ракетосами. Никак, печально. Бывает такое, 6 километров, хорошая дистанция для ракет. Скорость набирает, классно. Ну, мы уже лям 200 надамажили почти, что сейчас торпеды еще залетят. Так, а кто мне бьет так больно? Самолеты? Давайте без них, пожалуйста. Я аж в горле пересохло. Во, в глаз чуть не попал. Хорошо. Осталась какая-то подводная лодка, где ее можно искать? Вертолет у меня выжил. Ну, я думаю, она куда-то вот сюда отплывет. Вот так пойдем, смотрите. Курс сделали. И полетели на вертолете светить. Вертолет у нас не самый топовый. Можно было бы что-нибудь поинтереснее поставить. А вот она, кстати, уже и появилась. Хорошо. Подводная лодка, я иду к тебе, давай. По сокращеночке. Будешь прятаться? Мне, в принципе, пофиг. Главное, чтобы сонаром до тебя достало, и все. Дальше будет весело. Вот, мы тебя видим. Сейчас можно как раз замерить, сколько у нас бьет этот греник, потому что там было много спама с него. По подводной цели сложно будет, конечно, попасть. Ну, давай попробуем. Тра-та-та-та-та-та-та.
Чё-то тренажка залетела. И чё-то вроде даже приятно. Кого он душит, наш авианосец? Да, печально. Пацаны все таки раскрашены. Пока еще не стал я юзать всякие разные эти скины на основе. Коплю. Потом сделаю показ мотога. Ну вот, 42 тысячи, нормально. 58 тысяч, ёпер СТМ. Шансов никаких, мне кажется. Гранатомет очень сильный. И откат быстрый. Прям душить можно, как надо. А, смотрите, он пустил ловухи. Я забыл, что ловухи есть. Спавлю. Надо это, в развалочку кидать. Вот одни заспамил, вторые кинул. Все хорошо, залетят. Да просто грейником убили. Вообще шикарно. Лайкус, конечно же, поставим. У нас, кстати, боты были. Нет, был только у нас один бот, а дерзкий был живой. Хорошо. И давайте вторая карта самурая. Повеселимся теперь здесь. Кто у нас тут есть? Сеа Вульф, я уже испугался, это ник оказывается. Америка, очень редко вижу этот авианосец. Ну ладно, будем пытаться. Что, со всеми поплывем? Или как-то так? Это басисты или кто? Ты кто, парень? Ну да, басисты. Узнаем своих пацанов. Пацан крутой. Так, вертолетик мне уже засветил, сейчас подачки буду ловить. По динамике вообще все шикарно, смотрите, почти на месте разворачиваемся. Вертолет уже попадает. Да, попадешь ты, давай, все. Ханамба тебе, парень. Так, свет тоже есть замечательный. Ну, погнали с басистом вместе. Отфрегатим ребяток по полному. И что у тебя там за вертолет летает? Ну, какой-то летает, хорошо. Опа-опа, парень-то уже здесь. Опять дерзкий. Ну, ладно, пусть будет дерзкий. Что-то мне везет сегодня на них. Ну и все, забрался дерзкий. Очень жаль. Мода какая-то на них, что ли, сейчас, или что? Зачем эти суицидальные атаки на дерзких? Дерзкие суицидальные атаки? Ну, у нас парень тоже один откис. Ракетки очень далеко бьют. Вертолет... А, это не вертолет, это даже дрон. Ой, там подводная лодка, здравствуйте. Но мы сейчас это... Конечно же, с ней будем разговаривать. По-своему. Ай, ловухи забываю все время. Сейчас проюзает, наверное. Сейчас, наверное, проюзает ловухи. Пацан, я тебя защитю своим суперкрутым ПВО, давай. А, я думаю оставить гранатомет на торпедке. То, что сейчас будет 96-й парень меня душить ими. Тра-та-та-та-та-та-там. Ну, в принципе, нормально, сбивается. Можно вертолет еще вызвать? Ну, сейчас, конечно, будет этот замес с этой подводной лодкой просто чудесный, да. Ракеты вылетают. Так, мне звонят, как всегда, да. Ну, сейчас дайте я ее хотя бы заберу. Очень сложный бой. Ладно, сейчас я отойду на перекур, поговорю и продолжим. А, это просто пипец, такой пота я сижу по телефону разговариваю. Парни, вы чё? Так нельзя делать. Торпеды давай, со всех сторон меня обходят. Ну надо держаться, конечно. Держаться и побеждаться, давайте вперед. Нахимов, между прочим, на нас вышел, серьезный противник. Но откис, замечательно. Остался еще один парень. Эта подводная лодочка, она до сих пор живет. Как долго меня здесь не было. Торпеды фигачат, молодец. Ну, надо с пушек стрелять, пока она над водой. Грозный противник. С российским флагом. Надо подлечиться. У меня еще 4 этих есть. Лечилку. Живем. А кто по мне так лупит, интересно? Расскажите мне. Ой, ёпара СТ. Слона не заметил. Ну, конечно, с этим будем говорить. Нафиг мне эта подводная лодка. Работаем дальше. Сколько у меня снарядов осталось? 18 снарядов можно подстреляться. С бомбомета. Парень, ты зря себя обнаружил. Я бы тебя не заметил, ты бы жил. Но так придется тебя, конечно же, убить. Я от подводной лодки сейчас справа уходить, потому что сейчас торпеды в спину полетят. Жалко, что мы вертолет потеряли. Ну, Америка. Америке пришел конец. Задушил госдолг Агам. Замечательно. А где подводная лодка? Почему? Она тоже сдохла одновременно с ней? Ну, пусть будет так. Лям 200, опять мы на дамажем. Давайте Нахимову поставим лайкус. И давайте, ребятки, последний бой, куда же без режима, немного в него попревосходим. Смотрим состав, опять все живые, просто замечательно, дерзких, надеюсь, нету. Но пока не вижу, хорошо, пусть будет так. Плывем на цешечку,
Регенчик, как всегда, пропускаем, он нам пока не нужен. А вот следующую штучку можно будет взять. Замечательно. Уже самолеты полетели. Кого душат? Ну вот Свордшип, наверное, здесь самый опасный противник сейчас для них будет, конечно же, дам. Так, хилочку оставим. Для нуждающихся. Блин, после Аргонаса очень все медленно, конечно, да. Но 24-25 узлов это хорошо. Бомберы уже, смотрите, отрабатывают. Ну дайте спринт. Ускорение, хорошо. Сейчас будет полегче. Плывем уже как Свордшип. А еще дайте ускорение. Сейчас уже народ подтянется. Вражеский. Еще ускорение. Нам везет. Люто, люто. Слушайте, ПВОхи отрабатывают. Так, хилки пока не нужны. Надо очень быстро захватить точку. Противников на карте не вижу. Возможно, стелсовые. Меня уже засветили. По полной. Ждем подачки. Извне. Вон они все тусят. Толпой как-то поехали. Ой, какие страшные у тебя ракеты, парень. Лидера стреляешь, как этот, как Blue Shark. Ну и хорошо, пусть будет так. Лавухи выпустил. Получаемые ракетки. Они редкие, но тоже залетают. Замечательно. Урона очень много вылетает с корабля. Мы уже 300 тысяч надамажили. Дерзкий, просто офигел. Так, точку захватили. Ну давайте туда поплывем, чё. Потихо развернемся. Мы на месте можем крутиться, в отличие от всяких Аргонасов. Подводная лодка тоже впухает. А, лидер немножечко подлечился. Сейчас мы это дело, конечно же, исправим. Дымовая завеска одна есть. Хорошо. Пригодится. Правда, я про них все время забываю. Либо юзаю уже очень поздно. Ну ты где там, парень? Давай, вылазь. А, это другой на той точке он тусит. Кто в меня стреляет ракетами с корабля? А, вот эти парни. Он еще неуязвимый. Залетают, что ли, нет? Ну так, по чуть-чуть. Надо регенчик брать. Надо брать реген. Все очень сложно. Как так залетает-то все? Лидерок. Развел на ловушке, слушайте. Сейчас уплывем от него. Он злой какой-то. Вот я опять забыл про эту штуку. Ой-ой-ой-ой-ой, работаем. Всех убили! Фига себе, жесть. Повезло, повезло. У меня этот бомбер душит. Давайте, наверное, спрячемся в дыму. Постым, хотя бы точку захватим. Ямато! А я думаю, что так больно-то? А тут у нас Яматыч стоит. Основным калибром лупит. Да я об скалы лучше сдохну. Попадем? Нет. По параболе бьем. Хорошо. Давайте назад отойдем. Ямато, не убивай, пожалуйста. Я хочу еще немножечко поиграть. Ну, держимся вроде бы, слушайте. Хорошо. Урон получили, не убили. А, справа лидер подошел. Разряжаемся по максимуму. Ловухи. Нет, не успели. Ну ладно, пусть будет так. Китайское ругательство сверху. 124-й что-то прям ругают. Да я вас не понимаю, ребят. Вроде бы живем. И вроде бы даже побеждаем. Замечательно. Че он, правда, написал? Вот интересно. Жалко, перевода нету. Я бы почитал. Ладно, уберись, пожалуйста. Я заскриню, короче, это дело и переведу потом. Давайте так сделаем. Хоба, все, запомнили. Плывем дальше. Все точки за нами. Ну, нормально, в принципе. Почему бы нет? На каком мы месте? Давайте посмотрим. На третьем месте. Ну, 725 тысяч тоже неплохо. Вот, кто-то обиделся прямо на нас. Ну и бой тоже выигран. И получается, что, 3 из 3? Корабль, приносящий победки, получается. Как-то так, да? Давайте, набиваем последние цифры урона. И они уже все проигрывают. Тра-та-та-та-та-та-та. Очень неудобно стало стрелять по подводным лодкам с торпед. Я привык, что просто надо спамить, а теперь надо отмерять тычки. Ну, естественно, надо Ямате поставить лайк, потому что, ну, он, блин, на Ямато вышел. Куда не лайк-то еще поставить-то?
Итак, что имеем? Довольно шустрый очень дамажный корабль за бешеные деньги. Я не знаю, сколько в рублях 1200 прокрутов, да и почему-то не особо хочу это знать, но если такой корабль выпадет на шару с рулетки, будет очень здорово. Вы, ребятки, пишите, что думаете, у меня пока на этом все. Для общения залетайте к нам в телегу, там скоро начнется, если уже не начался один интересный движ. Ну а для поддержки канала есть Boosty с уникальным контентом по МВ и не только. Сборка от ведерка, путь новичка и так далее. Всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, скоро продолжим. Пока-пока.